Гляди! Ну что, вижу, камень какой-то. Держи! Она думала, небольшой камешек не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка, и даром, что кругом лес, шепотом спросила. Не уж золото? Оно, говорю. Что стало с самородком и Василием Алексеевичем, можно узнать у Бажова. А вот Сармановский рудник так и хранит свои тайны.